We still don't know what the reason was. In one night, a huge area was isolated from the world. A once peaceful place turned into a nightmare. Anomalies, artifacts, monsters, exclusion zone, deadly and unexplored. Usual flight, but our helicopter lost direction. Alarm, anomaly, mayday! So I ended up in the zone alone, unarmed, empty-handed. Что ж, ребят, это игра Shadow of Kurgansk, Тень Курганска, и мы сейчас будем, в принципе, играть. Так, нужно выбираться. Не нравится мне это место, нужно выбираться отсюда. А то очень уж напоминает западню. Я вижу выход там, где деревья, но там не пройти. Нужно каким-то образом срубить хотя бы одно дерево. Так, хорошо. Пойдем. Нужно сделать самый примитивный топор, как предки первобытные делали, из того, что под руки попадется. Первым делом нужно найти палку, без нее тут делать нечего. Примечание, для этого нужно просто подойти к подсвеченному предмету на земле, и он будет подобран автоматически. Ну, а я вам желаю приятного просмотра, с вами, как всегда, я Игорь, а вы на канале StickS228. Берите что-нибудь вкусненькое и приятного просмотра. Найти кремень. Так, палка у меня есть. Теперь подойдет любой острый камень. А что может быть острее, чем кремень? Ну да, да. Бить можно. Это круто. Так, у меня есть палка, кремень. Попробуем собрать кремниевый топор. Надеюсь, я не зря читал в детстве приключенческие книги. Хорошо. Все. Срубить дерево. Ну, это у нас все понятно, ребят. Это у нас что? Кремень редкий. Хорошо. Так. Конечно, графончик тут не очень, но, в принципе, рисовка как комиксная, мне это нравится. На выход нужно выбираться отсюда. Насколько я помню из рассказов, ничего хорошего в зоне меня не ждет. Но и сидеть тут бесконечно я тоже не могу. Так. Так, минус дерево. Так, что у нас тут? Это типа камнями бросаться можно? Ничего себе. Интересно. Так. Я вижу там какой-то амбар. Так. Но здесь вроде больше ничего нет. Поехали. Я пока еще не голоден, но все же нужно начать делать запасы еды. Не знаю, уж растительная пища должна быть хоть какая-то. Съедобные травы, или еще лучше, яблоки, например. Ну да, выполнена задача найти яблоко. А вот и яблочко нашлось. Выглядит съедобным. Хорошо. Что-то я устал от волнения. Да и уж слегка проголодался. Подкреплюсь яблоком. Так, давай-ка, съели яблоко. Убить крысу. Нужно быть осторожным в зоне. Не все растения одинаковы, полезны и безопасны. Некоторые могут серьезно влиять на здоровье и мораль. Нужно раздобыть мясо, чтобы не умереть с голода. Здесь должны водиться кролики и крысы. Да что я сделал? Так. Выполнена задача убить крысу. Ловко я крысу убил. Не могу сказать, что мне нравится идея кушать крысятину, но нужно как-то выживать не до жиру. Так. Собрать труд. Без огня я долго не протяну. Нужно погреться и обязательно зажарить мясо. Тепло огня должно положительно повлиять на мое состояние. Нужно собрать труд, он нужен, чтобы развести огонь. Листья, кора, все подойдет для этого.
Хорошо. Так, топорчик у нас уже красный. Так, нам показывают здесь что-то. Труд делаем. И хорош. Собрать топливо. Вокруг полно дров, палки, деревьев. Нужно собрать необходимое количество, чтобы можно было разжечь костер. Так. Давай. Теперь у меня есть топливо и труд. Можно разжечь костер в любом месте. Так. Рецепты в данном разделе требуют наличия постройки костер. Вы можете начать строительство, но имея всех ресурсов, не имея всех ресурсов и добавлять их в любое время. Вот. Костер построить. Так, где бы поставить? А что, именно здесь надо, что ли? Все. А, строить. Чтобы почувствовать себя всем совсем хорошо, нужно пожарить мясо. Ой, что я сделал-то? Так. Ну и яблоко давай. Насколько я помню, именно эти грибы хорошее средство, чтобы поднять настроение. Так, печеное яблоко, хорошо. Отлично, пахнет не очень уж и вкусно, но имеет смысл поесть, чтобы выжить здесь. Найти источник шума. Какой-то шум, как будто что-то повесилось совсем недалеко. Похоже, нужно проверить. Отлично, съедаем мы это дело. Его тут так оставлять надо, что ли? Что это, аномалия телепорт? Возможно, через нее я смогу вернуться домой. Так, вон крыска. Ага, кролик. Подожди, а где мой костер? Так, крыска. Что это, дом в зоне? Перед вылетом пилоты шутили, что, мол, зайдешь в такой, и мозги на бигрень. Я думал, что байки обычные, но сейчас готов поверить во что угодно. Там явно какая-то вредоносная аномалия, я бы не стал заходить туда по доброй воле. Да чё я сделал? Ладно, пофигу, пойдемте зажарим. Что это, человек? Нет, это какой-то монстр. Что это, мертвец оживший? Гадость какая. Это то, во что превратилось местные жители. Опустошенный. Нужно уничтожить его. Меня всего колотит от страха. Никогда бы не подумал, что буду убивать. Да еще и такое. Хорошо, что я отбился в этот раз. Но кто знает, сколько их тут. Нужно быть крайне осторожным. Активированный уголь и патроны. Подожди, а где мой кастрик? Не-не, это не вариант. Совет, будьте осторожны, впереди природная аномалия. Аномалии могут подпалить вас огнем, ударить током, замедлить, свести с ума, а также затруднить путешествие множеством другим способом. Постарайтесь избегать аномалий, но имейте в виду, что некоторые могут дать положительный эффект. Подожди, а где костер мой? Вон он.
остатки костра. Блинский. Давайте сделаем костер. Эх, не из чего, да? Да больше не показывать. Сделать. Так. Костер. Ставим. Так. Давайте еще топор создадим. Так, строить. А корень тоже можно, да? Чё я, блин, сделал? Блинский. Ну и ладно с этим костром. Давайте срубим здесь. Я чё-то тупанул. Перегруз. Зала. Уничтожить. Так, гвозди даже. Так, давайте пойдем туда. Наш вертолет потерпел крушение. Где-то в горах, а я почему-то тут. Как это произошло, не помню. А ведь все так хорошо начиналось. Я думал, полечу вместе со спасательной группой, посмотрю, наберу впечатлений для новой книги. Набрался. Все погибли. Я чудом выжил, потому что не был пристегнут. И теперь непонятно где один-одинешенек. Итак, что мне известно? Да, практически ничего. Я не знаю, где нахожусь, но явно вдали от места катастрофы. О зоне практически нет меняемых сведений, только слухи о том, что здесь происходит. Тем не менее, нужно выжить до прилета спасателей. Если они прилетят, ну, должны прилететь. Да. Есть добровольцы. Нужно собрать крайне нужную и полезную в хозяйстве вещь. От успеха зависит судьба многих людей. Добыть 7 топоров. Так. Итак, печальные новости. Выживать мне придется самостоятельно, и, насколько я понимаю, на помощь особо мне рассчитывать не приходится. Значит, обживусь, исследую местность. Должен же быть выход из этой долины. Попробую исследовать западное направление. Печеное яблоко, еще бы немного сахара. Но ты же есть вроде не хочешь пока. А что я взял? Вот так давай. Все. Давайте кирку сделаем. Давайте дубину тоже сделаем. Надеваем. Отлично. Зачем мне этот кремень, а? Можно еще нож сделать. Неплохо.
Так. Топорчик. Ты где, мой хороший? А где наш топор? Я что-то не догоняю, что ли? А, вот. Ну и... Шапку еще можно сделать, интересно. Да блин, где мой топор, а? Ладно, ребят, давайте будем двигаться в указанном нам направлении. Да. Отлично. Существует альтернативный способ подбора предметов тапом по иконке или кнопкой поднять. В этом варианте вы можете самостоятельно решать, какие предметы вам необходимы. Выберите подходящий вариант. Ручной. Так. Крыса. Я, кстати, тут еще одного опустошенного убил. Так. Можно сделать топор. Замечательно. Так. А где тогда моя палка? Ой, что-то не туда. Так, давайте яблоко съедим. Ладно, давайте не будем останавливаться, а просто двигаться. Доска. Найти выход. Проклятие, проход завален. Здесь не пройти. Нужно искать другой проход. Мне кажется, если это, конечно, не галлюцинации. Все это время я слышал вдали звуки вертолета. Но ищут меня явно не в этом месте. Я теряю надежду, нужно пройти в себя. В суматохе я могу и погибнуть. Имеет смысл, раз я здесь застрял, построить хранилище, а то таскать с собой вещи достаточно утомительно. В хранилище можно оставлять любые предметы инвентаря, продукты. В нем дольше сохраняют свою свежесть. Ну хорошо, хорошо. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ру. Подождите, давайте. Так. Выполнена задача строить хранилище. Неплохая вышла постройка, а да я мастер на все руки. Хранилище
избавит меня от тяжелого груза, который вроде бы и не нужен, а в то же время и выбросить жаль. Так теперь можно и дальше продолжить исследование. Так. Нет, подожди. Палку. Так. Не, камни мы оставим. Доску. Бревно. Ну, и вот это мы, в принципе, оставим. Ладно, ребят. Строить укрытие. Меня просто преследуют неудачи. Я не жду ничего хорошего, и меня беспокоит живот номер зоны. Наверное, стоит построить хоть какое-то убежище. Будет где заночевать, а там что-нибудь придумается. Заработай, время быстрее летит. Ладно, ребят. Это была игра Тень Курганска, Shadow of Kurgansk. И будем на этом заканчивать. Игрушка, в принципе, неплохая. Если она вам понравилась, то ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов и стримов. Ну а с вами был я, Игорь. Вы были на моем канале Стикиз228. Играйте в хорошие качественные игры. Всех люблю и пока-пока.